Академия русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой – одна из старейших балетных школ мира, с именем которой тесно связан рассвет и всемирное признание русской балетной школы. Но изначально это была не академия, и уж тем более не русского балета, а про Агриппину Яковлевну вообще никто не знал, да и началось все не на Зодчего Росси, а в залах Зимнего дворца. Танцевальная школа основана императрицей Анной Иоанновной 4 мая 1738 года. Инициатором создания выступил французский танцмейстер Жан-Батист Ланде. В специально оборудованных комнатах Зимнего дворца он начал обучать 12 детей. Это были сыновья и дочери дворцовых служащих простого происхождения. Все свои усилия Ланде направил на то, чтобы воспитанники овладели бальными танцами, которые лежали тогда в основе обучения. Но результат был налицо. В Российской империи появился свой балет. Именно здесь работал первый русский балетмейстер Иван Вальберг, который подготовил труппу к приезду прославленного француза Дидло. Сам Шарль-Луи Дидло, основатель современной методики классического танца, преподавал в школе около 20 лет. За это время он сумел добиться того, чтобы русский балет стал частью европейского. Более того, на рубеже 18-19 веков русский балет превосходил многие зарубежные, а классический танец, который внедрил Дидло, стал стержнем образовательной программы Академии. В 1809 году в училище был разработан новый устав, который делал балетное образование четырехступенчатым. На первой ступени воспитанников до 13 лет обучали закону Божию, французскому и русскому языку, арифметике, танцам, музыке, рисованию. Затем основную массу воспитанников переводили на вторую ступень, чтобы, когда уже способности довольно обнаружатся, обучать их с нарочитым старанием тому искусству, которому по их склонностям и дарованию они предназначаются, употребляя уже и в театральных представлениях по той части, которой они будут определены. Выпускники этого отделения позже вступали в драматическую труппу, кардебалет или оркестр. Самых одаренных, не более 12 человек, брали на третью ступень. Здесь подход был индивидуальным, специалистов готовили штучно. Четвертая ступень предназначалась для воспитанников, не способных к исполнительскому искусству. Из них получались подсобные рабочие для театра. В 1829 году в уставе училища окончательно закрепились отделения подготовки. Первое отделение – способных и образованных актеров для российской драматической труппы. Второе отделение – искусных и знающих музыку певцов и певиц для опер. Третье отделение – отличных танцовщиков и танцовщиц в балетах. И четвертое отделение – музыкантов для оркестров. Дисциплина была почти тюремной. Здесь был штат из 10 надзирателей, которые имели право физически наказывать воспитанников за проступки. В знаменитое здание на улице Зодчего Росси, бывшая улица Театральная, школа въехала в середине 19 века, именно как Санкт-Петербургское императорское театральное училище. Благодаря этому дом номер 2 стал одним из центров театральной жизни Петербурга. В это же время преподавать в училище начал Мариус Петипа и итальянец Энрико Чикетти. После Октябрьской революции 1917 года училище было расформировано, и из него было выделено два учебных заведения – балетное, ставшее хореографическим училищем, и драматическое – школа актерского мастерства, ныне Российский государственный институт сценических искусств. Отделения, ранее готовившие для других театральных профессий воспитанников, показавших недостаточные способности к артистической карьере, были ликвидированы. Поворотным моментом в истории балетной школы стала революция, за которой последовал приход в штат преподавателей Агриппины Вагановой. Она занялась преподаванием почти случайно, не чувствуя особой тяги к педагогике. Художественный руководитель Академии русского балета Игорь Бельский вспоминал: «Ваганова не придумала ничего нового в движениях. Она обобщила все, что было до нее, во многом использовав уроки Ольги Преображенской. Хорошие педагоги были и до Вагановой, но они учили интуитивно, а она систематизировала их приемы и составила методику постепенного обучения классическому танцу. Ваганова соединила французскую мягкость и итальянскую аккуратность рук, и получилась русская школа». В 1928 году школа стала называться Ленинградским хореографическим техникумом. В 1937 году – Ленинградским хореографическим училищем. В 1957 году училищу было присвоено имя педагога, автора книги «Основы классического танца» Агриппины Вагановой. В
1961 году оно стало академическим. Современное название «Академия русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой» школа получила в 1991 году. В 1995 году она была включена в государственный свод объектов особого ценного культурного наследия. Академия дает подготовительное, среднее и высшее профессиональное образование. Педагогический факультет обучает будущих педагогов, балетмейстеров, балетоведов, концертмейстеров и менеджеров. Предметы по квалификации артист балета включают в себя классический, характерный, историко-бытовой, дуэтно-классический и современный танец, актерское мастерство, хореографическое наследие. Дети также изучают сольфеджио и основы игры на музыкальном инструменте, историю музыки, театра, изобразительного и хореографического искусства. Сценическая практика проходит как в школьном театре имени Александра Ширяева, так и на больших сценах мировых театров. Академия русского балета является одной из лучших балетных школ, в которой учились, учатся и будут учиться мировые деятели культуры и искусства. Текст читал Павел Рябов.